Здравствуйте. Вот порвался тросик от автомобиля. Это тросик газа. Вот такой вот конец. С такой бабышкой концевой получается. Посмотрели в интернете, попробовали лайфхак, чтобы из свинца заплавить. Ну тут разные варианты. Возможно вот в дереве выстрелить по размеру определенному. Можно там втулки всякие, как бы не суть. Вот, значит, сделали вот такую бабышку примерно, но ее как бы не хватает, не хватило даже на неделю, потому что свинец очень мягкий, ее вырывает просто под давлением. Единственное, что годно, это вот на большую часть. Есть еще большая часть, примерно вот такая, чуть поменьше, там завязать узел можно. Ее не выдергивает. А вот маленькую выдергивает. Поэтому этот вариант вообще непригодный. Но есть вариант еще с советских времен, который реально помог. Его можно использовать. Если кому интересно, то в следующем ролике его выложу. Все, до свидания.